В Титанами иногда бывает вот это окно неактивное, видите, как сейчас. И, ну, чтобы вот так вот сделать, выделить там какую-то там область. Обычно оно там бывает неактивное. Для того, чтобы оно было активное, просто надо нажать Enter. То есть, ну, когда вот так вот вы выходите там, Enter нажали там и все. Смотрите, допустим, мы давайте, ну, добавим там от 1750, там, ну, и вот так вот там. Там какие-то значения. Смотрите, вот мы сравнение включаем, да, вот видите, уже как бы уже измененное. Нажимаем либо плюсик, видите, плюс, нажимаем плюс, добавляются значения, либо минус. Все, как бы мы тут добавили или убавили, ну как там нам надо. Нажимаем вот тут закрыть, крестик, нам предлагают сохранить и выйти. Мы нажимаем да. То есть все, оно уже как бы тут сохранилось. То есть, как бы.